Всем рок. Меня зовут Александр, и добро пожаловать обратно в Red Dead Redemption 2. И, друзья, как вы помните, в прошлый раз мы неплохо так повеселились, и что-то мне подсказывает, что сегодня повеселимся ничуть не меньше. Итак, я решил, что сперва мы заглянем к Альберту Мейсону, посмотрим, что он в этот раз там фотографировать решил, а потом уже по дороге, так сказать, пойдем и отыщем тележечку с самогончиком, который нужен нашему чудо-профессору. Я думаю, это довольно-таки неплохая идея. Но сперва давайте заглянем сейчас к скупщику и продадим ему все барахло, которое у нас накопилось. Well, long time no see, stranger. Да, приветики. Right, then. Better be good. Так. Not bad, this. На самом деле, не так уж и много у нас всего было. А, нет, часы еще есть разные. You got a decent eye for these things, by the looks of it. Real good doing business with you. Давай, счастливо. Так, знаете что? Я хочу переодеться. Нет. А хотя... Хотя да. Вот так. Хорошо, погнали. А то мне тот прикид немножко надоел. Бурбон у нас весь в грязи еще, да? Ну-ка. Давай-ка мы тебя почистим. Ну вот, другое дело. Все, вперед, помчали. Не очень-то хочется просто на болото возвращаться, как вы, наверное, догадались уже. Слишком уж криповое местечко. Мужик с охоты едет. С добычей. До Мейсона, конечно, топтать и топтать, но что уж поделаешь. Если я, кстати, все правильно понял, то вскоре у нас должно появиться продолжение задания со стрелками. Ты что тут делаешь? Visitors, huh? Oh yeah, real clever. Get out of here, fool. Ну, мародерство это, конечно, такое себе. Хотя чем мы лучше, мы тоже обираем убитых нами людей. Так что святошу играть нет смысла. Если бы он живого пытался бы грабануть, тогда можно было бы заступиться, так сказать. Нам бы еще маньяка отыскать, кстати. Карта-то у нас появилась. Правда, я понять не имею, где его искать вообще. Хотя на самом деле, друзья, секундочку. Места не так уж и много, где он может быть. Вот у нас река, да, идет. И один из мостов через реку, скорее всего, как раз-таки приведет нас к логову этого самого маньяка. Или же один из мостиков здесь. Но здесь, по-моему, мостов как таковых не было. Здесь везде вброд мы перебирались через реку. Да, где-то вот здесь у нас обитает маньяк, друзья. Можно будет его поискать даже. Но сперва давайте к Мейсону. От Мейсона, когда уже назад поедем, можно будет проверить мостики все, поискать похожий. Там же через реку мост был. Ну-ка, давайте посмотрим сейчас. Что-то я все время не туда лезу. Так. А, нет, это не через реку мост, по-моему.
вроде были где-то... В общем, мы были у этого дома, насколько я понял, с ваших слов. Но до того, как взяли этот квест, и кто-то написал, что, мол, вот там вот как раз-таки обитает маньяк. Но я в упор не помню, где это было, когда это было. Мол, в такой-то, такой-то серии ты проезжал этот дом. Да я думаю, типа, помню, что ли, это было месяц назад. Естественно, я уже 100 раз забыть успел, где это вообще находится. Ну ничего, поищем, поищем. Значит, не через реку, где-то в другом месте. А, сложно будет найти. Если бы через реку можно было, тогда было проще. Ну ладно. Вот на такой мост похоже. Мейсон, здравствуй. Чем занимаешься в этот раз? So, you're still alive. Mr. Morgan. How are you? Indigestible, apparently. Aside from that, very well. How's the project going? Well, this is God's country, and I am his faithful servant, although perhaps not his most talented one. I have been trying to capture the grace of the wild horses here for weeks. Only the buggers can't stand me. Ah. That is a silver dapple pinto. I know. Beautiful. Won't come anywhere near me, of course. He can smell my stupidity. Well, how about I drive him over? Oh, that might help. Can you be bothered? I feel like such a blunderer. Sure. Wait here. At least this time I doubt I'll get eaten. Mm-hmm. Ну, давай попробуем. Yep. Поехали. Давай, бурбон. Побудем немножечко ковбоем. Позагоняем лошадей. Так, дружище, а ты чё у меня такой унылый-то? На тебе вкусняшку. М? Лучше? Дерзкий вкусный, да. Так, ну, где твои сородичи там? Вон и. Taken? Go then. Move it up. Go on. Look pretty doing it. Move it. Good Mustang. Come on. Easy, easy. Just let know. Make y'all famous. Move. Yeah, yeah. Get up. Go on now, Ollie. Ну, давайте, красотки. Go, go! You okay, boy? Come on, horses! Now, run! Yeah, yeah! Yeah, go on! That's it! I've got it! I've got it! Yes! Отлично! И кадр, мне кажется, шикарный получился. You are a
genius. No, but I can ride a horse. Well, in my world, that makes you a genius. You're too kind. So how are the photos coming along? Oh, amazing. Here, I have a print of the wolves before they try to eat us. It's for you. That's real fine. Well, thank you. Take care, Mr. Mason. You too, sir. You too. Клевая фоточка. Now for a few final checks. Не, ну классно же. Don't mind me. I may be at this for some time. Что ж, замечательно. Так, это не моя лошадь. Бурбон. Давай быстрей. Пожалуй, пока позавтракаем. Так, а у нас ничего дельного, что ли, нет? Похомячить-то. Ты какую-то фигню ем все время. Другое дело. Так, ну что ж, поехали. Мы когда по этому мостику проезжали, у меня появилась дурацкая мысль, может подняться вот туда. И там посмотреть домик. Мне кажется, это чушь собачья. По-моему, даже где-то в этих краях мы этот дом находили. Я уже не помню. Кто это прошло? Ну, ладно, нам все равно примерно в том направлении. Там что? Это интересный дом такой, смотрите. Вон, прям на холме. Ну, нам вряд ли туда. Хотя давайте съездим, посмотрим, что там. Надо будет сокровище поискать как-нибудь. А, это вышка наблюдательная. Тихо. State your side, sir. North or south? Воу-воу-воу, изи-изи. Well, I sure ain't from the south. Lucky for you. Captain Hayden Russell, 29th Amberino Volunteer Infantry. Do you bring news from General Skolik? Who's General Skolik? I'm awaiting orders. We will move on Lemoyne soon and take Saint-Denis from the rebels. You do know what year it is, right? What kind of question's that? 1862, April 14th. Now move along, civilian, and watch yourself. Johnny Reb's in the area. Mm-hmm. У мужика кукушка съехала конкретно. 62-й год. Ну да, 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 конечно. Почти 62-й. С небольшой погрешностью так. Слушайте, давайте залезем наверх. По-моему, здесь не были. Не припомню этого местечка. У нас сейчас 99-й. Вообще-то. Смотрите-ка, эликсирчик, женьшень. Давайте, кстати, бахнем. Оп. И сейчас еще чуть-чуть. Отлично.
Хорошая наблюдательная точка такая, все отсюда видно. Так, ну ладно, пошли. Любоваться пейзажами мы будем еще долго, друзья. Потому что пока записывается эта серия, у меня скачивается Red Dead Redemption Online. Я думаю, вы знаете, что это значит. Слушайте, а там на острове что-то есть даже? Интересно, туда доплыть можно как-то? Так, ладно, поехали. Бурбон, ты чего? Блин, как отсюда хорошо все видно. Посмотрите, там что-то на острове реально есть. Прям постройка какая-то большая достаточно. Так, там форт. Я просто надеялся отсюда разглядеть тот домик, о котором шла речь. Мне кажется, он где-то вот в тех краях был примерно. Поехали поищем. Нам все равно в сторону болот. Блин, виды здесь, конечно, просто фантастика. Эти монстики выглядят одинаково, если честно. Нет, не то. Да не снова открыть карту, а сумку дай мне. Кстати, похоже на это место. Это самое забавное. Проблема в том, что оно нарисовано так, что все места похожи будут, мне кажется. Сейчас. Подожди, не ори. Some scrap or something here. Oh, Mr. Yuke, I thought I was gonna be. Oh, go! Oh, I thought I was gonna be a goner. I really appreciate you saving me. You can just keep whatever you took. Oh. Here, this'll help with the pain at least. Oh, yeah. Все, отдыхай. Окей, фелла.
как по мне, лучше бы он, конечно, ногу свою полил вискарем. Хоть какой-то, типа, беззараживание произошел бы. Так, ну... мы явно не там, где стоит искать эту постройку. Проблема реально в том, что я попросту даже представить не могу, где нам стоит начать поиски. Нет, ну очевидно, что это где-то на дороге. Судя по карте, да? А, это дом тех самых шизиков, брата с сестричкой чокнутых. Я как бы визуально все помню, а где это находится, не помню. Давайте поднимемся вот здесь на холм, посмотрим. Может, что увидим. Но затягивать с этим все равно не будем. У нас дело на сегодня и так достаточно запланировано. Глупые кролики. Мне кажется, где-то в этих краях стоит искать. Но где именно, я не помню. Ладно, поехали. Так, вот этот криповый дом. Ага, это уже что-то. И где-то рядом, видимо, был тот самый, сожженный практически полностью. Ну да, в тумане сейчас я его, конечно же, найду. Ага. Ну смотрите, только если здесь где-то. Пойдемте посмотрим. Господи ты, боже мой. Что ж, все под копыта-то лезет к нам. Вон по стрельба какая-то. О, приветики. Да, я только за. Иду. So, big shot. Won't say no. Let's fire off a few. Happy days. Just like last time, whoever shoots the most bottles wins. Okay. All right. Stand alongside me. Soon as you pull your weapon and aim, we let fly. Mm-hmm.
You ain't lost to losing, I take it. Here you go. As promised. Thanks, friend. Careful now. Next time I may not hold back. Да, я думал, мы поднимем ставки. Nice shooting. Guess I just had the edge in the end. Yeah, right. Enjoy your win while it lasts. Time to go, boy. Так. А, это и был тот самый дом, окей. А, вот здесь что-то еще есть. Это явно не то. Ну, даже не знаю, где еще смотреть, на самом деле. Может здесь. Ну, стоит реально по этим точкам, наверное, проехаться и поискать. Ладно, поехали на перехват нашего алкоголя. В принципе, ну там по дороге можно будет свернуть, посмотреть. У нас, кстати, вся ночь впереди, судя по всему, задание пропало из виду. Видимо, все потому, что ночью повозки. Так, господи, что все время мне под ноги кто-то лезет, да? Что с животными? Дурели, что ли, совсем? Лезут и лезут под копыта. А там мы были? Видите, очень много домиков разных. А, вспомнил. Тут у нас были бандюки, которых мы грабили. Так, хорошо. Это вот это вот местечко, да? Можно вот это теперь проверить будет. И вот то. Проверим. Свернем как раз. Заночуем. Разобьем временный лагерь. Можно патроны будет поделать какие-нибудь. Наверное, метку поставить, а то я что-то сбился уже. А, нет, прямо. Все отлично. Но это, по-моему, не то. Но мы проверим все равно. Да, это тот самый дом психов. Хорошо. Ну, а теперь поставим все-таки меточку. Вот эту вот проверим местечко. Yeah.
Но это, похоже, тоже не то. Везде темно и жутко. Так, давайте выйдем на дорогу. Поднимемся здесь наверх. Его вообще на карте даже нет. Или я вообще не в том месте ищу. Давай вот это проверим. Последнюю точку, наверное. Смотрите, здесь мы были. Здесь мы были. Здесь мы были, здесь мы были. А, еще вот это осталось. Ну и напоследок можно будет вот это вот чекнуть. Прямо у озера. А, или даже вот это. Ну, короче, успеем еще посмотреть, пока ночь. Но ничего все равно делать пока нечего. Черт. Я успею, нет? Произошло-то. Да, сейчас. Не успел ее спасти, ну, точнее, мужа ее спасти. Но я бы ничего не смог поделать. Anything I can do to help you in your time of need, man. I'm in residence at Van Horn, if that ain't too far. Not at all. Come on. Oh, thank you. That's very kind. Ну, блин. Ладно, поехали. Где это? А мы там не были еще, друзья. Мы там еще вообще не были. Блин. Эти вот места бы проверить. А, ладно. Погнали. Посмотрим, наконец-то, новую часть карты. Мы там вообще не были. Там, оказывается, какое-то еще поселение есть. Whenever their appetites grow past what they find in the hills. Still, poor Bradley. He wasn't the brightest nor the bravest, but... Oh my, no one deserves that. Bradley? Is he the fellow with you? Yeah. Yeah, Bradley Hunt? Old friend of my cousin's. He's taking me home. Guess he thought he could talk himself out of the situation with them. Busy worrying about his own skin, huh? Doesn't sound like much of a man. Maybe. Maybe not. Good men, it's hard to come by around these parts, though. Real men ain't like fellas in the books I read. Just hope I can trust you, yeah. Mister. Sure. Не переживай, ты мне нафиг не сдалась. И чем быстрее тебя отвезу, тем лучше. Хотя уже не важно. Уже на самом деле не имеет никакого значения. Я уже не помню, где мы были. Ну, помню как бы, но возвращаться туда лень. Потом поищем этого маньяка, друзья. С другой стороны, конечно, поиски маньяка привели нас... We're getting close now.
к этой женщине, которой нужна была помощь, а она, в свою очередь, попросила нас отвезти. Can't imagine life if it ain't on horseback. Is this what you do, mister? Ride around the country? Help people in need? Sometimes. Так вот, и если бы мы ее не встретили, она бы нас не попросила отвезти ее туда, где мы еще не бывали. Ван Хорн. Клево. Это порт, видимо, какой-то, да? Да? Портовый городок небольшой. Деревушка, скорее, даже. We're here. Just drop me off right in front of the saloon. Где злачное местечко? Take this for your time and care. It weren't nothing, ma'am, really. Well, it was to me. It sure was to me. You said I was dumb. Who was it? Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Да на самом деле ничего. Тут у нас конюшни. Блин, смотрите, какую часть. О-о-о-о-о. Да. Вот оно. Погнали нам туда. Это я, видимо, на стриме находил этот дом. Ладно. Поехали. Я думал, во время серии именно находил его. Видимо, нет. Вот там еще поселение есть, смотрите. Давайте посмотрим. Капец, мы еще так много не открыли. Просто офигеть. Эта игра бесконечная, мне кажется. Ну, точнее, не сама игра, а мир в ней. Господи, сколько здесь локаций, а? Какой-то значок очень интересный. А, это оружейка просто. Аннесбург. Почта есть. Станция, оружейка. Тут тоже немного всего. А, ну вот граница. Блин, круто. Рабочий городок, я так понимаю. Блин, охренеть. О, светает. Это очень хорошо. Бурбон устал уже очень сильно. Надо ему поесть, попить, отдохнуть. Деревенская изба. Такое. Okay, fella. You're a good boy.
Не, ну я как бы подозревал, что там не будет превосходной шкуры, но мало ли, всякое бывает. Okay, Это так бревна просто лежали. Я думал, здесь развалина какая-то. Ну, ладно. Легендарное животное у нас здесь. Вот зараза, а. Значит, не легендарное животное, надеюсь, было. Красота, а водопады эти, просто фантастика. Плохая шкура, думаю, понятно. Бурбон, вернись. Тут ливень, капец. Поехали быстрее отсюда. Давай не вредничай в следующий раз. Кошки он испугался. Вообще, котенка почти. Поехали, найдем дом этого чокнутого профессора, наконец-то. Тут ливень просто жуткий. Эй! Недоступно задание, что ли? Тю! Он только ночью, что ли, доступно? Сколько времени? Именно два. Блин, ну давайте подождем его здесь. Что же делать? Разобьем лагерь. Ну, у нас теперь палаточка даже есть. Так, поспим до... Ну, давайте до дня, а потом до ночи. Если будет недостаточно. Так, проверяем. Недоступно пока еще. Значит, спим до ночи. Круто, да? Теперь у нас своя палаточка есть, все дела. Сворачиваем лагерь. Надеюсь, я не зря это сейчас делаю, потому что не успел проверить, есть ли у нас сейчас квест этот или нет. Да, есть, отлично. Погнали, бурбонище. И опять дождь. Прям гроза. Я бы сказал, даже шторм. Так. Оставайся здесь.
мы пошли вовнутрь. Наконец-то я узнаю, что там внутри. Эй! Ну и с другой стороны, видимо. Там найдем, где тебе привязать. Зараза, тебя негде оставить даже. Ну, дружище, придется тебе помогнуть. Я тебя потом покормлю, не переживай. Так, видимо, нам сюда. Hello? Is anybody here? Hello? If you are here to rob me, I wish to make clear that I have weapons that could liquefy each of your internal organs in turn and leave you just a puddle on the floor. Professor, I ain't here to rob you. It's me. I helped you at the pond. You did? Oh, you did. The buffoon. Hello. Hello. I hope I'm not disturbing you. Of course you are disturbing me, buddy. I almost saw biggest problem and you mess it up! Did? No, but I did. I can't get the bloody conductor straight. What? Well, it is the geometry of life. The grand theory of power. It's the grand theory of theories, man. There is just one more big problem. Maybe I solve it, but I can't get it right. I don't understand. Of course you don't. Help me adjust these things, and I will show you what I mean. Here, take these. I'm not much of a scientist. Well, you are an American. Science is far beyond you. But you make a fine buffoon. Go. Не, ну нормально вообще. Но. The filament flashes when it points at the location for conductor. Follow flashes up in hills and plant conductor rod where filament glows solid. When all three conductors in place, lightning strikes the rod. And we harness power of nature to make light. Так, ставим молниеприемник. Да я уже вижу отсюда. Я б туда не пошел с этой хреновиной. Так, отлично. Сейчас прям Франкенштейна создадим, я чувствую. Там тоже есть что-то, пойдем туда лучше. Стоп, а там? Блин, а как мне подняться-то на самый верх?
А, вот там вот есть что-то. Хорошо, что это не я был. Блин, а игрулька прикольная была. Детектор этот. Ух, мать. Нахрен ваши молнии. Надо выносливость вкачали. Пока бегали по горам. Твою-то мать. Ну, учитывая то, что тебя зовут не Никола Тесла, сомневаюсь, что ты что-то здесь сейчас получишь. Ну ладно, кто знает. Wonderful! I wish I ever went to school, so I had a clue what was going on. What now? Well, now I become the second creature after God himself to bring life to this earth. Like this. Am I missing something? The switches. The bloody switches. Okay. Climb up there and adjust them for me. Go quick, please. Ясно. Полезно. Так, где здесь пройти-то, я уже не помню. Вот. Чтоб тебя. Сейчас оба обратно вверх поднимутся. Ладно, давай начнем с левой стороны теперь. Да, твою ж медь. Ненавижу такие загадки.
Так, хорошо, мы вернули все в прежнее положение. Значит, смотрите, если мы дергаем центральный, боковые поднимаются, так? Хорошо. А если мы дергаем правый, то поднимается центральный. Если мы дергаем левый, есть. Отличненько. Да не, не залазь. Так, ну что там у нас? Are you ready? Sure. Second time lucky, eh? Second time? More like 7,000. This is my life's work. It is incredible. He lives! My son lives! What is it? It is life itself! Morons who doubted me. It is me and you. Look at him. Isn't he wonderful? Is that it? For now. I am so happy. Oh, you. Just saw creation's second birth. I just saw a machine waddle a few steps. I have a son. I am the luckiest man alive. Those morons! They doubted me. I'll see you later. Yes. Yes. Goodbye. Oh. Ну хорошо, хоть он не чудовище создал. Хотя кто знает, может это быть это Терминатор Т-1. Первая самая модель Терминатора. Шучу, конечно. Но довольно-таки весело получилось. Блин, клевый квест, охренительно клевый. Так, ладно, друзья, нам реально пора захватить нашу тележечку. Ехать нам далековато, но что поделаешь. Погнали. Я так подозреваю, что как только мы уедем отсюда подальше, закончится гроза. Потому что она, судя по всему, именно что местная. Штейн. Стоп, 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 там что-то происходит, давай посмотрим, быстрее, быстрее, быстрее. Маугли.
Куда он делся? Только что же здесь был? Интересная пещерка такая. А, это упало ведро. Или банка, ясно. Блин. Куда же он убежал-то? Ладно, неважно. Это было интересно. Реально, блин, Маугли. Голый мужик какой-то сидел и выл. Ну как еще его назвать-то? Ну ладно. Надо было волка быстрее застрелить, чтобы нас бурбон не сбросил. Но уже не важно, поехали. Сколько всего еще интересного, просто капец. Уже казалось бы, что все видели. Везде бывали, а нет. Мужик на осле едет. Дилижанс какой бронированный, походу, проехал. Странное местечко, правда? Мне показалось же, да? Да, мне показалось какие-то рисунки, короче, на деревьях, нет. Точнее, вот на том дереве. Какие-то не рисунки даже, а надпись какая-то. Но мне показалось. Интересное местечко. Как же это, черт побери, охренительно круто. Когда взбираешься на какую-нибудь возвышенность в RDR 2, просто смотришь на все это великолепие и думаешь, господи, да неужели это вообще реально? Неужели такие игры существуют? Неужели мне это не приснилось? Это... Да, кстати говоря, сейчас день. У нас здесь не было. В любом случае, я хотел те хаты проверить, по-моему, вот эти. Так, вот здесь вот мы были. А, вот это я хотел проверить, да? Ну, пойдемте глянем. Кстати, дорога строится железная, видите? Вот, если я ничего не путаю, то эту железную дорогу достроят к концу игры.
Че говоришь? Че нервный такой, алё? Просто мимо проезжал. Сразу начал, блин, на меня бочки катить. Кого-то ограбили, да? Душиться. Дичь какая-то. Прям поворот не туда, а? Ох ты ж мать! Я просто не ожидал такого поворота событий. Мирного, что любил случайно? Да твою мать, нахрен вы меня на... Тупые, что ли, совсем? Нахрен вы в меня стреляете, дебилы? А, ладно. Валим отсюда. Так, главное это самое. Лицо прикрыть, успеть. Все, уходим, уходим, уходим. Какое-то агрессивное место очень. Причем это... Пошли. Это не какие-то мирные жители, судя по всему. Да, меня... У меня отняли очки этого самого. Ну, вы поняли. Карму мне, грубо говоря, понизили, но... Меня никто не разыскивает. Как ни странно. Вроде бы. Проверим это все. Очень странно. Так, ну они, по идее, потеряли мой след. Это было внезапно.
Они меня даже не разыскивают. О, очень странно. А, мы, кстати, к вышке в итоге выехали. То есть какие-то, короче, психи, ну не знаю, не очень-то здравомыслие. Вот это был прыжочек. Короче, какие-то очень странные криповые типы лутали трупы в палатке. Судя по всему, трупы там в этой палатке появились не просто так. О, железную дорогу строят. Клево, а? Так, где-то мы видели просто этот самый мостик, я хотел отследить его. Короче, странное дерьмо тут происходит периодически. Короче, потерял я след. Пока улепетывал от тех ребят, которые начали... Ого. Змеи. Давайте проверим, мало ли. Вдруг повезет. Золотой самородок. Тут можно еще осмотреть. Мешок с драгоценностями. Неплохо так. Вот это я понимаю, мы удачно остановились. Так, я вообще не представляю, где это было. Я полностью растерялся. Мне казалось, что это здесь, ну ладно. Неважно. Значит, это точно не те домики, которые мы ищем. Осталось только этот проверить. Хотя, по-моему, я его проверял уже. Да, я его проверял, друзья. Пойдемте посмотрим, что у нас вот здесь. И там, наверное, там, по-моему, развалины какие-то, ну, судя по карте. И там, наверное, разобьем лагерь. Слушайте, а это то самое место, где на нас напали. Yep. Не, не поедешь? Yeah. А, у нас маска надета, точно. Криповое местечко. Кости повсюду. Да это прям натуральный поворот не туда. Погнали отсюда нахрен. Нас тут сожрут еще сейчас. Место еще называется Butcher Creek. Да? Ручей мясника. Давай-давай-давай, пошли отсюда. Ну нахрен этих людей.
Это то самое место, куда те психи побежали. Прям поворот не туда. Черт, это они! Твою мать, просто жесть какая-то происходит. Ну все, ублюдки, вам хана. Черт тебя дери! Охренеть! Вылазь! Тут жесть просто, что тут творится? Он делся. Ладно, пойдем назад. Вот это жескотека. Я так и не понял, один из них убежал в итоге или нет? Бурбон, ты как, цел? Yep. Это разрушенный форт. Так, ну ладно. Я думаю, мы здесь вот лагеречек можем разбить, в принципе. Ух. Да. Вот это было прям... Вау. Игра не перестает удивлять. Что ж, пожалуй, мы здесь передохнем и продолжим уже в следующий раз, друзья. На этом на сегодня все. Как и прежде, лучший способ поддержки канала — это лайк, подписка и комментарий. Ну а мы с вами увидимся в ближайшее время. Пока.